Лапушка приехал с города. А, ветер сегодня какой хавок. Небось мандраж был. Ну, как всегда, первый раз. Первый класс. Ничего не учится. Во, куда, молодец. Доброе утро всем. Ой, ребята, коленки дрожат. Выезжали в город. Не, ну ничего так. Ну, конечно, столько всего надо запомнить сразу. Кругом надо все увидеть, все знаки, все машины. Ой, где там проще в городе? Вы что? Проще, ага. Сейчас хотим зайти. Пришли вот в этот фикс прайс. Вот. Надо мне здесь посмотреть корзинку. Корзинку для этого, для вязания. Чтобы не валялось у меня на столе. А то бардак, бардачело. Здесь продукты, а нам наверх. Подожди, Лёшек, мне надо картина по номерам. Вот. Мне надо рассмотреть все. Так, бумаги у нас полно. Бумаги у нас полно. Не надо. Коврик, мне надо подкупить коврик, но не такой для этого. Там у меня есть, но... Что? Сигареты. Ой, какой мягкий шарфик. Вот этот вот. 300 рублей. Шарф-комод. Какой он мягкий, приятный. Ну, мне не надо. Вот, голубенький. Вон, стой, ящик. Вам-то сказать? Коврик. Ну, вот это. А ну, у нас какая? Розовая? У нас розовая. Ну, вот это вот такая вот, может быть, пойдет. Сколько она? 149, по-моему. 149 рублей. Посуда, посуда. Выбрала я вон такую вон корзинку. Посудка. Ложка-коктейль, наверное, такой. О! Ножичек, может, еще один такой купить. Такой вот у нас вот этот нож, Лешек. А он с этими зубчиками. 49 рублей. А без зубчиков? Вот без зубчиков. Может, взять еще один маленький ножичек? А то ты тоже, смотрю, пристрастился к моему ножичку, да? Да? Ага. О. Вот в этот фикс прайс только зайди, да? Сразу все надо. Для собак, для корма. На месяц. Ага. И хватит.
Ну, нам посуда не нужна. Ой, какой графинчик. Декантер. 400 рублей. Что здесь еще интересное есть? Пиалки такие маленькие. Ой, на, кинь туда, в этот. Вот это мне надо под суп вот такой вот. И под второе. Чтобы больше не влазило. Бокалы какие красивые. Так, ну, во, вкусняшки. Тебе не нужны твои эти марсианки? Тут должны быть. Да? И тут вот конфетки. А вот они. 70 рублей. Надо тебе? Белые есть? Белые? Белые. А я не знаю, какая белая. Вот она белая. Вот белая. Ну, давай возьмем белую. Марсианка. Белая. Давай туда все кидай. В этот, в торбу. В корзину. Так. А что еще? О, кружки. 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 Вот эта кружка. Люблю большие кружки. Но не для кофе, конечно. Вот для масла вот эти вот пш-пш-пш штучки. Для уксуса. Масло, уксус. Ну ладно. Что еще? Так, тут все школьные книжки. Ух ты! Знаете, чтобы я перечитала, ребята? Ой, Шолохов, Тихий Дон. А у меня есть. Прочитала бы «Всадник без головы» или вот этот Крузо. Робинзон Крузо. Это были первые мои книжки. Все, Лешек, что нам? Ничего больше не надо. Да? Массажеры всякие. И с этой нам ничего не надо. Из химии. Ну и все. Все. Что? Все? Ну пойдем. Все так все. Вот так вот. Вышли и не отходя далеко от магазина. Опохмеляются. Хлопцы. Молодцы. Так, поехали. Там тебе не будет видно, Лешек. Или будет? Потихонечку высовывайся, чё. Кто будет ехать, объедет. Давай, давай. Вот. Ребята, вот тут я тоже ездила сегодня. Нарушил Лешек. Что нарушил? Заехал на переход, да? Нет, или тут нет перехода? Нет, вон переход. А, там переход. 5 метров есть от перекрестка? Нет. Значит, нарушил. Ничего не надо.
тут вот ездила, и туда мы ездили, вот туда. Ты научишься. Я тоже первый раз ничего не помню. Да? Конечно. Ну, все, наверное, так. Ага. Не, ну как-то на полигоне было не так страшно. Ну, в полигон. Да. А тут машины. А тут, тут машины, надо как-то... Не, ну с машинами... Тут вот колея есть, вот как-то едешь и нормально. Едешь по своей колее и все. Вот. Что мы делали? Разворачивались. Обижали препятствия. Вот. Первый раз никто не был. Ездили через переезд. Через два переезда. Тут еще там. По кругу ездили. До больницы Лешек ездили. Там светофор со стрелкой. Вот. Там он горит всего 4 секунды. И надо за это время успеть проехать. Но я, конечно, вложилась. Вот такой же в Москве был противный. Ну, налево дает стрелку. Уже на пару секунд. Успеешь, ну, пока мы ездили как? На этом инструктор мне все говорил, что надо делать, вот так. Поэтому я ничего и не запомнила. Ну, а сама пока не могу. Вот тут развязка какая, да? Да. Где ждут нас? Мы ждем эту. О, а тут выстроились. Кто уже. Кто бибикал? Кто бибикал? Никого там нет, Лешек. Вот там. Все, едем. Едем домой. Ой. Вот так вот, ребята. Все, в город выехала. Может, научат меня. Научу. Я теперь уже, мне стрёмно, что я не научусь. По полигону проще намного. Ехай себе и ехай. А тут надо скоростя переключать. Мы ездили сегодня только на двух скоростях. На первой и на второй. О. Пока хватит, да. Надо, чтобы следить за скоростью, там, потому что знаки там без конца висят. 20 километров, 40 километров. Ой. Знаки висят. И это все надо учесть. Знаки висят. И все сделать правильно. Ну да. Лешек, а как ты по Москве ездил? Я не знаю. Я не знаю. Так, он нас должен пропустить. Едем. Нас пропускают. Там трактор был. Убирает снег. Посмотри, кавалькада. Что-то сегодня машин много. Нас пропускает. Да, потому что мы едем по главной. И вообще он, мы у него помеха справа. Ой, да, ну ладно. Ну ладно. Погнали. Не объяснишь, тут все автоматом. Ну да, тут надо все вот так вот. Надо опыт. Опыт надо накатать. А я не знаю. Ну, вот еще, еще 2 недели ездить. Ну, потом сама будешь со мной ездить. Не, ну нет, прежде надо сдать экзамен. Как экзамен откатать. Без этого. Я прям, ребята, так была в себе уверена, а теперь моя уверенность куда-то испарилась. Ничего. А я тебе говорю. Уверена, потом бах, и все. Ой. Не надо говорить, что я уверена. Да. Не, совсем не уверена.
показать, как я выгляжу в куртке. Вот так. Ага. А я без штанов, ребята. Лешик разделся, я забыла, что обещала. Она уже давно просила, а я все забываю. Замотались с этим вождением. Ну, в общем, так вот. Ну, хорошо, конечно. Тебе нравится? Нравится, пошли. Ну, хорошо. Я кое-что замерзла. Что, Лилюшка, что? Фух, ребята, приехали мы. Доехали. Покажу сейчас, что купили. В фикс-прайсе вот такую корзинку взяла. Марсианку белую. Лешику. Ну, она вот такая белая, кокосовая, что ли, как Рафаэлка. Вот. Оберточка черная, а внутри она белая. Вот. Ножичек вот такой вот взяли. Еще один маленький. Он такой тоненький, такой классный. Класснячий. Ну-ка. Да я ничего не распечатываю. Это несъедобное. Бежите уже. О, да, такой. Лезвие, само лезвие тоненькое. И он такой остренький, вот классный. Такой, знаете, похватной. Вот картошечку им хорошо чистить. Вот у меня есть один такой. Был еще один где-то. Такой салатовый у меня был. Куда он девался, я не знаю. Нож пропал, исчез. Не знаю, его нигде нет. Может, как-то мусор выбросила, не знаю. Не знаю. Вот. А этот вот такой вот классный. И вот коробочка такая, корзинка. Для ниток и для вязания. Вот именно для того, что я вяжу сейчас. Вот, вот так поставила внизу там. И клубочек здесь будет вот так вот. Тыры-пупыры и... Шальку ту недовязанную положу. Там же у меня. Я никак все, девочки, шапку не свяжу. Уже осталось там немножко вот так вот. Ну, не хватает времени. Ну, ничего. И взяла с крышечкой, потому что вот летом я не вяжу. Летом все сложила, накрыла и убрала. Все поставила и не мешает, и не пылится. Вот такая коробочка. Сейчас скажу, что почем. Что-то у меня тут прилипло. Так, значит, конфеты 69 рублей. Нож для фруктов 49,50. Что это за деньги, да? 49,50. Классный ножичек такой вот. Мне нравится прям. И корзинка для хранения с крышкой 349. Нифига себе. Ну, а что делать? 349. Вот. Ну ладно. Так. Корзинка. Заехали в Пятерку. Взяли колбаску. Нам, мы собираемся съездить в Калугу. Нам надо съездить. Не знаю, поедем, не поедем, как получится. Вот. Ну, надо сделать бутербродики. Взяла вот, потому что наш хлеб, его, он слишком мягкий, его не нарежешь так вот тоненько, большие куски получаются. Вот, взяли на бутербродики вот такой вот батон нарезной. Вот. Взяли соломку, Лешик взял соломку, одну такую вот. Ну, она такая же, просто это в коробочке, а это в пакетиках. Давно он уже не покупал себе соломки. Вот. Давно. Погрызушки Лешикины. Для Лешика. Так. Взяла вот такую вот шоколадку. Для себя любимая взяла. Девочки, я себя полюбила. Не знаю, надолго или нет, но полюбила. Вот захотелось мне вкусняшки. Вот такая очень вкусный такой вот шоколад. Коммунарка с пюре из черной смородины. Вот именно с фруктовой начинкой. Это шоколад горький с начинкой. Он этот, он шоколад такой, особенно когда холодный, он такой хрустящий, знаете, так вот хрясь, хрясь. А там внутри такая кисленькая начинка. Как вкусно, обалденно вкусно.
8 батончиков по 25 грамм. Ну, тут отдельными такими вот батончиками. Вот. Ну, знаете вы, да? Каждый батончик запакован в этой фольге. Вот такие вот батончики. Пойдешь, да? А? Книжки пойдем туда? Пойду. Вот. Люблю себя любимую. Не так давно. Ну, не знаю, как получится. У меня не получится себя любить. Как долго. Вот. Так что это именно для меня. Вот. Потом взяла 3 яблочка. Ну, потому что дорога до Калуги от нас, ну, где-то 220-225 километров. В общем, 500 километров мы наездим, да? И если ехать в Калугу, это, считай, весь день. Вот, взяла пару бананчиков, нам плюшком по бананчику. Не, мы сами за рулем не поедем, нет, с Сережей поедем, с нашим волгоградским, с ребятами. 2 огурчика взяла, это для этого, для бутербродика. Так, капустку взяла, потому что надо Лешику сварить щи. Лешик заказал щи. Надо Лешику сварить, потому что Лешик заказал. Я, конечно, тоже буду, потому что он мне всегда указывает на то. Вы говорите, что Лешику сварить, вы же тоже кушаете. Ну, какая разница, ну, что вы придираетесь к словам, а? Конечно, кушаю, естественно, я кушаю. Но Лешик заказал, для него готовлю. Вот. Будут щи для Лешика. Но не на воде, потому что зима, на бульончике. Сейчас, наверное, я даже поставлю, сварю бульончик. Вот. И... Так. Взяла себе вот такие вот... чупа-чупсики. Вот эти вот клубника с апельсином мне очень нравятся. Когда еду в дороге, то мне так скучно было. Я вот еду в Киров, я взяла одну такую, вот, пока я ее слезала, мы доехали в Киров. Вот! Обратно едем, я одну слезала, уже и приехали. Сейчас покажу, Лешику сказала, Лешик, пока я буду кататься, а ты сходи в магазин, купи колбаски на бутербродик, для бутербродиков. Сейчас покажу. Ой, ребята. Лешик от всей души взял на бутербродики. Ой, докторская. Говорю, надо же было, может, взять вареной такой, варено-копченой на бутербродики. Ну, захотелось ему вареной. Копченая как-то уже надоела. А мы давно не покупали вареную. Я вот взяла, там этот кусочек показывала вам, да, вареная такая вот с жирком. А Лешик не видел. И говорит, а я тебе там еще с жирком купил. Вот. В общем, Лешик набрал колбасы от всей души. На 700 рублей набрал. Это белорусская, наверное, какая-то колбаска. Я смотрю. Ну-ка. Как она тут замотатая, я не знаю. А вот. Как называется? Любительская, вареная. Белорусский стандарт, да. Любительская. Пахнет, ой, как вкусно пахнет. Ну, пускай будет колбаса, боже мой, съедим. Все, вот это вот все покупки. Сейчас скажу, что мы взяли в пятерке, что почем. Так, капуста 23 рубля. Огурцы 200 рублей. Вот это 2 огурца на 82 рубля. 40 рублей один огурец. Нормально. А там лежат
луховицкие, вот такие вот, ну вот такого размера, как эти, только запакованные и продаются поштучно. 109 рублей один огурец. Да ну что вы, в самом деле, ребята. Ну чем этот огурец отличается от того запакованного? Ничем. Этот 40 рублей, тот 109. Нифига себе. Так, бананы. Бананы по 145. Вот это вот на 40 рублей 2 банана. 20 рублей один банан. Нормально. Яблоко сезонное 100 рублей. 99,99. На 65 рублей. Вот это вот 3 яблочка. 4. 4 яблочка. Что-то мне яблоко захотелось. Что-то как-то фрукты мы не едим. Я не знаю, почему. Почему? Времени нет. Так, шоколад. Шоколад 140 рублей. По скидке. Полная цена 250 рублей. Ох ты, нифига себе. 250 рублей. За 250 рублей я бы его не купила. Но здесь скидка. Вот, и он 20% скидка. И он стоит 139,99. 140 рублей. 100 рублей скидка, считайте. Нормально. Так, чупа-чупсы по 23 рубля. И палочки 70 рублей. А, 70 рублей вот эти в коробочке. Вот. А там что? А, 150 граммов. А эти палочки 75 граммов. Здесь меньше, а здесь чуть больше. Я не знаю, почему Лёшек так взял. Может, не было больше таких. В общем, где палочка? Палочка потеряла. Палочка. Вот это вот 30 рублей. Вот. А вот это в коробочке 69 рублей. 70 рублей. 69,99. Вот так вот. Вот это вот все, что мы купили. Вот. Ну, колбасы теперь нам есть, не переесть. Лёшек молодец. От всей души взял. Так, ладно.